старый парк аттракционов, где-то в этом переулке наш Мара свил себе гнездо Осборна. Но я найду его вместе с осколками, которые он собрал. Ему нужны камни, которые мы вам принесли. Он уже навестил сервятника с твердолобом, а теперь идет сюда. Говорю вам, мистер Осборн, Человек-паук идет сюда. Что, похож на идиота? Что? Я сам его увижу. Пусть паук попадет в мою паутину. Другие осколки сделали твердолоба и стервятника сильнее. Посмотрим, как они подействуют на меня. Я долго ждал этого момента, Осборн. Сегодня твоей криминальной империи будет положен конец. Привет, Человек-паук. Посмотри вокруг. Знаешь, где ты? В зоне боевых действий? Это карнавал. Я выступал тут в цирке уродов много лет тому назад. Отличное место, чтобы начать отсюда мое мщение. Прекрасная мысль. Но когда я вернулся сюда, пришлось переселить подопечных во временное жилье. И под временным я подразумеваю, у меня есть дурная привычка, когда мне скучно, я начинаю убивать. Сейчас сам увидишь. Нет, гоблин, я найду их, и спасу. А потом вернусь и уничтожу тебя, как бешеную собаку. Самое главное, я верну осколок. Прямо сейчас. Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Валерий, и у нас на очереди Человек-паук Нуар. Снова встреча с гоблином, только уже в Нуар-вселенной. Вот. И, как нам показал ролик, он уже принял осколок и стал еще сильнее. Так, нам надо спасти, короче, людей. Давайте. Займемся этим. Так, не попадайте глаза на... Да понятно. А, меня заметил. Как ты меня заметил? Откуда ты вообще здесь взялся? Так, окей. Куда он там свалил? Кто-то вниз упал, короче. Так, надо вон того спасти, получается. Давайте. К нему подберемся. Потихонечку. Какие они глазастые-то, блин. Так. Потихонечку не получилось. Давайте по новой. Так. Как бы это замутить? Он там бегает. А, вот эта штука, она на свету получается, да? Ух ты. Еще и фейерверки тут освещают. Окей. Так, одним меньше. Второго. Отлично. Успели. Так, ну это понятно, один нас заметил. Но забираться-то он не заберется сюда. 100%. Так, где он? Да хватит одно и то же повторять, я понял. There are people in danger all over the place here. There are people in danger all over the place.
Заело Человека-паука, короче. Так, куда нам отнести его надо? Вон туда. Окей, погнали. I hear you. On my way. Да, отцепись. Отцепись. Spider-Man, I don't know how to thank you. Can I buy you an egg sandwich? Готов. Еще двое. Воу-воу-воу. Так, вон там. И у нас там пятеро. Получается. Пятеро врагов. Пятеро человек. Или шестеро даже. Ждем. Так, отлично. А сюда не додуматься, да, заглянуть? Не успел. Ладно. Как они прекрасно смотрятся вдвоем здесь. Как парочка. Так, еще третьего туда было. Ну, прям в упор к нему. Так. Или попробовать освободить. Давайте попробуем освободим. Я думаю, может не увидит. А нет, увидит. Окей, тогда идем сюда. И что нам это дало? Нам ничего это не дало. Так, как он, где на меня увидел-то? Глазастого вырубаем. А, там еще один, вон кто меня увидел. Заметил я этого упыря. А ты-то... Окей. Сейчас будет свет. Так. Так, может попробовать... вытащить? Да, отлично. Получилось. Так, куда нам? Пошел вон. Блин. Жестко они когда попадают, столько жизней выносят. Че сэндвич? Сама ты сэндвич. Так. Еще один. Да, я что-то так чувствую, что эта миссия будет долговатой. Так, окей. Как бы это все продумать? Продумал, блин. Говорю, как бы это все продумать, взял, утопился. Отличный ход, Человек-паук, отличный. Так, окей. Пипец они глазастые. Я просто херею над ними. Сейчас будет светло.
отлично. Так. Ну почему на него не выпадает эта штуковина, чтобы его вырубить? Странно. Так, здесь у нас нет никого. Ага. Я думал, он в этой башне, а нет, он там вот стоит. Внутри этого здания получается. Воу-воу-воу! This is not what I foresaw. Так. Bad guy, corner pot. Отлично. И там вот сверху, снизу стоит чувак, прям перед воротами. Рубаем его. Looks like I got the drop on you. И норм. Gotta save these people. Так, есть. Это последний. Чувак, иди домой. Spider-Man, I don't know how to thank you. How about an exam? Оставь надежду всяк сюда входящий. Cherry. Воодушевляет. Ну да. Воодушевляет. Окей. Получается, к тем воротам надо идти. Звучит очень гостеприимно. Смотри, гоблин во всей красе. Сильный, полный энергии. С прической страшнее, чем обычно. Сейчас тебе будет страшно. Че у него с глазами? Так, 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 так. Набиваем ему. Отлично. Так, набиваем очки. Жалкое создание. Думал обидеть меня? Ну, типа того, наверное. Ух ты. Впрочем, попытайся, если хватит духу. Сразись с гоблином победителем. И убежал, главное. Сразись, говорит, и убежал. Окей. Так, окей, а что делать-то? Кажется, гоблин-победитель забыл заплатить за электричество. Во. Привет, ребят. Да, черт. Ну какие они здоровые-то. Так, ладно. Помахаемся. А че они такие светиться-то стали? Это типа скрижаль тоже дает им эту мощь, силу. Окей. Что-то они не умирают, нифига. Гранатами только кидаются. А, вот, сдох. Да заманал ты там ногами. Копытами своими тут крутить. Вот чем мне нравится Человек-паук Нуар, тем, что здесь как бы экшена мало. Ну вот он бывает, вот, как, вот такие вот моменты, как сейчас, допустим.
ты отдыхаешь от того трэша, короче, который происходит в остальных в остальных вселенных. Воу-воу. Да, короче, враги стали намного, как бы не то чтобы сильнее, они крепче стали просто. Дольше их убивать приходится теперь. Все, отлично. Это что такое? Что-то выкинул. Я тебя научу. Гра. Ну и чё, чему он меня научит? Чё, снова меня топтать собрался? Ну давай, набьем очки, сделаем тебе второй красный глаз. Отлично. На этот раз ты прилагаешь больше усилий. Мне это нравится. Ублюдок, а? Так, свалил опять. А, снова спасать, что ли? Еще что-то отключить надо. Спаси всех мирных жителей. Окей, но приступим. Приступим. Так. Ой, ко мне повернулся. Окей. You can't just leave me here. You can't. I'll give you whatever I got if you get me out. Получилось. Это, блин, что-то залез на эту, на этот потолок. Здесь, короче, какой-то выключатель был, да? Да это не шуми ты там. Я сейчас приду. Расшумелся. Так, где-то тут был выключатель. Что-то не могу понять. Так, этот чувак что, наверху, что ли? А, вон выключатель. И почему не работает? Ладно, спасем тебя. С выключателем потом разберемся. Эй, куда побежал-то? А, электрика спасли. Теперь к делу. Окей. Так, я надеюсь, меня не засекут. Отлично. Повиси чуток. Малыш. А, наверное, получается та же самая история, да? Сейчас я спасу человека. И он рубит рубильник. Ой, прям на свет прыгнул. Next. Да, давай следующий. А, увидел. Начнем. Пришла пора снести это местечко. Так, еще один. Окей.
Давай. Окей. What'll it take to get me out, huh? What do you want? Почему не появляется-то? Сюда прибежал. Только не сведи на меня, пожалуйста. Жесть. Ублюдок. Так. Фейерверки, надеюсь, не спалит меня. Что там, все утихло, нет? Here's some for you. Отлично. You're done. С этим покончено. Так. Ну что ты там застрел-то, блин? А, боже. Откуда ты здесь взялся? Воу-воу-воу-воу. Человек-паук, давай, вали отсюда. Пока тебя тут не пристрелили, блин. Так, отлично, с этим покончено. Теперь с этим. И вытаскиваем паренька. Подхватить. Окей, и куда тебе? А, вон туда. Недалеко. Ну, не жми кнопку. Thanks, pal. Спасибо, друг. Теперь делай ноги. Окей. Смотрите, какое-то типа кладбище, что ли. Дом с привидениями. Добро пожаловать ко мне домой. Ох, эти улыбающие рожи меня пугают. Какая-то адская реклама. Так, адская реклама, и что мне теперь делать? Окей. Жесть. Кто-то... Будьте внимательны. Так. Всосало меня куда-то. Окей. Как же понять? Может это? Нет. Снова всосало. Not that one either. Может, снизу что там, подсказка какая? Блин, у меня жизни... А! This cannot be. Something tells me that was the wrong floor. А если вот это? Не будешь раскрывать рот, так как его попало. Передавай привет своему дантисту. Неожиданный поворот. Так, отлично, получилось у нас. Что это за... Ух ты. Ошпарило меня там чем-то. Okay. Или я сошел с ума, или эта комната... Да хватит ржать-то, ё-моё. Очень смешно. Воу-воу-воу-воу. Меня какой-то фигней, короче, обрызгали у меня теперь. Немножко штормит. Небольшой приход словил. Я надеюсь, у них оружия нету, да, это... А, тут гранаты.
гранатами кидаются. В принципе, не такой уж сильный приход. В принципе, можно разобраться, где кто находится. О, тут чувак с этим... с кувалдой. Отлично, можно его, наверное... А, не успел. Пока разбирался там. Ладно, давайте мелкую рыбу уничтожим. Стой. Так. Отлично. Проще простого. Сто раз тебе говорил, Осборн, надо платить за свет. Посветите на него, скорее. Найдите и прикончите его. Надо бы уйти в тень. Так, в тень. Воу-воу-воу-воу-воу. Так что ты? Валим. Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а куда мне ползти-то надо? А, вот. Дырень. Если бы я любил свет прожекторов, я бы пошел в шоу-бизнес. Ну, в реалити-шоу мы уже были. Так что... Да ну нафиг, опять такая комната, что ли? Чё, он издевается, что ли? Что это за звук? Опять газ. Надо выбираться отсюда, пока меня не вынесли вперед ногами. О, жесть. Так. Ой. Газом ошпарило. Опять не та. Что ты будешь делать? Я не знаю, какая-то подсказка, наверное, должна быть. Не всегда же так наугад. О, ну наконец-то. Не так быстро. Эй! Снова получается опять удары по морде. Когда ж тебе хватит-то будет? Когда ж ты наешься? Похоже, ему не нравилось, что я говорю. Опять куда-то выбросил, блин. Надеюсь, людей опять спасать не надо. Я отомщу, если придется. Я разрушу этот цирк голыми руками. Стой, он не мог просто... Или мог? Он мог, и он это сделал. Да, блин. Давай резче. Боже, какая ярость. Представляю, как он ненавидел... Чё? Одну секунду. Ладно, пожелай мне удачи. Grudge me my revenge, you little insect. Do you know what I went through? Growing up in a cage, children throwing sticks, women screaming at the sight of me. Who would deny me my vengeance against a world so full of hate? Only you. Или пока болтает. Well, then, you can be my first sacrifice. Хотя бы, не знаю, переводили бы, что он говорит. Че, теперь-то откроется дверь?
А, фигушки. А что делать-то? В смысле? Что делать? Моя не понимать. У меня вообще ни одна кнопка не действует. В чем прикол? Что делать? О боже. Какой-то глюк, что ли? Так, друзья, это просто был тупо баг, короче. Эта рожа должна была открыть сама рот. А у меня тупо заглючило что-то, короче. Ты весь вечер будешь вещать? Ты. Это я. Ну, я уже как бы давно заметил, что игра, блин, она полна багов каких-то не... Ой. Он слишком силен, пытаясь сражаться с ним лицом к лицу. Окей. Вот, игра полна багов. Поэтому, может быть, и лагает то, что вот эти подзагрузки непонятные. Да куда ты все? Знак у него на спине. Я понял, что знак у него на спине. Он же с пушкой что-то делать. Ну, давай. А, короче, по спине надо ему бить. Я понял. Ох ты. Отлично. Да что ты? Как тебя отвлечь? Ублюдок. Резко так поворачивается. Отлично. Блин, придется долго его так мочить. Оп. Давай. Крикнул. Это получается, что он там? Крик, когда кричит, воняет, что ли? Навонял? Гоблин вонючка, что ли? Ну давай. Сделай что-нибудь, чтобы повернуться ко мне спиной. Заманал вонять. Знак на спине, это возьми на место. Я понял. Вонючка не хочет поворачиваться ко мне спиной. Да что ты? Так вот, я не знаю, так он будет. О-о-о. Не... А, что-то произошло. Oh, отлично, укрывайся в тени, с возбурным опасно сражаться лицом к лицу. Вон оно чё. Вот так уже будет попроще, я думаю. О, прикол. А, это только на время так получается. Окей. Нифига он там, вот этот вонючка это схватила. Схватила большую деревяху. Да! Человек-паук, хватит. Воу. Да я понимаю, что у него знак на спине. Как я это
по-твоему сделаем? О. Оп-оп-оп. Ну давай. Я понял твои замашки, свои твои действия. Хоть вонять перестал, не знаю. Хотя он... дымка от него все равно есть. Вонючего запаха. Воу-воу-воу. Давай, выключайся свет. О, отлично. Игра меня слышит. Давай, попробуй, найди. А, убежал. Сейчас я тебя устраню. What the fuck? Ай, схватил. Вот как он меня схватил. О боже. Какой ты зануда, а? Самонал. Ей-богу. Но почему не появляется штука, чтобы устранить? Но ждет, пока он начнет вонять, орать и вонять. Ох ты ублюдок, а. Заманал ты меня. Вот. Да что ты будешь делать-то, но? Паук, ты меня уже бесить начинаешь. Ей-богу. Мне уже надоело со стороны в сторону летать, тут прыгать что-то. Посвисти, наверное, хотя бы, я не знаю, чтобы он подошел. О, неужели, блин? Ой. А это что? Молодец, красава. Что я могу сказать? Это не я не успел. Ай-яй-яй-яй. Теперь эти будут мешаться тут. Тараканы. Так. Свалили. Пускай раскидывает их сам там. Отлично. Да что ты будешь делать-то? Отлично. Да отвалите! Как же, какой же ты нудный-то, а? Не знаю. О, неужели добрался до твоей спины? О, еще и кидается. Так. Да, твою мать, ты вообще целиться умеешь или нет, а? Я не знаю. Вечно куда-то выбирает не ту цель, которую надо. О, отлично. Неужели, блин? Фу. Опять в клетку. Опять в цирк, уродов. Oh, boo-hoo. Oh.
Фу, отлично. Но, блин, это было просто по жести. Реально по жести, я ж... Словили и багов, и... Заманал этот гоблин. Вот. Но мы все же прошли, все же добили. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. А я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.